Ребят, смотрите, что нашли. Лампадка, стекло и целое. Представляете? Вот это круто. Смотрите, бутылек какой. Действительно интересный такой. Да, бутылка интересная. Какой-то тут клеймо стоит еще. Слушайте, ну вот это, конечно, мне очень порадовало. Лампадка такая. Еще и действующая. Это, конечно, очень круто. Сейчас надо будет ее куда-то поставить, чтобы она, не дай бог, не кувырнулась. Вот, ребят. Такой вот чердак. Вон какое окошко. Спички. Школьные тетрадки какие-то. О, я доисторический топор нашел. Обломанный что-то? Ну, смотри какой. Древнегреческий. Ух ты. Ух ты, какая бутылочка-то. Симпатичная. Симпатичная бутылочка. Комета, спички. Деревянные коробки, мишень. Спичечные. Серкачини. Латвийские. Ой-ой-ой, какие бутылки красивые, а. Хух-ху-ху-ху-ху. О, чеховскому проходимцу Андрюхе нашел шапку новую. Класс. За недорого отдам, Андрюх. Да, чердачок модный. Илюка, конечно, вековая. История СССР, учебник 8 класса. Какого года-то хоть? 61 год. Первобытный общинный рабовладельческий строй славяне в древности. Очень интересно. Слушай, из таких модных бутылок можно будет красивые декорации создать, да? Смотри, какие. Пиво жигулевское, видел? С этикеткой сохранившейся нормально. Знаешь, какое? Красная Бавария. Завод. Будешь тут? Стоит один раз чихнуть, и понеслась. О, Мишка, я тебе книгу нашел. Сельскохозяйственное машиноведение, 58 год. Вот такой, ребят, нашел фонарь керосиновый. Интересно. О. Я следующий дом попробую. О, ребятки, все, пьем чаек с кашалатками и едем. Нам до следующей точки 3 километра. Так, по лесам. Да, в реалиях это может оказаться очень большим расстоянием. Особенно если по магнитному азимуту ехать. Как некоторые. Ну что, ребят, мы практически добрались, вот уже деревня. Деревня заброшенная. Лохматый дом.
что температура болта растет. Ой. Фу-фу-фу. Какой он интересный. Реально. Потолок есть. Потолок, да, не живой. Да. Вроде ничего. Пойдем посмотрим, где подъем на чердак. А? Тут зайти можно в него. Только гвоздики надо аккуратнее. Так, что тут у нас? У нас грохнулась печка. Пол отсюда давно забрали. Забрали полное. Но есть чердак, который можно посмотреть. По палке это не наш метод. Да. Ну что ж, ребят, вот мы зашли еще в один дом. Он вот так вот выглядит. Очень страшненько уже все. Рушится-крушится. На грани. Да. Лезем наверх. Вот. Сейчас Мишаня снимет мое поползновение. Давайте я пополз наверх. Здесь хлама нет никакого уже. Все, скинули вниз. Единственная надежда на подножку. Да, то, что что-то найдется не так. Здесь светло. Провалилась. Ну, прохудилось, все дырявое. И света здесь предостаточно. Ну что, Михайлович? Может быть. Что я могу сказать? Ничего здесь нету, здесь все чисто, девственно. Мы немножко опоздали. Да, мы немножко опоздали лет на 5, наверное. Может, даже и побольше. Может, и побольше, да. Так что идем в другое место. Сейчас я сниму, как Михаил Юрьевич шмякнется. Сейчас сниму. Михаил Юрьевич, как-то ты очень неправильно слазишь с лестницы всегда. Ты ж слазь ногами лицом вперед туда. Так будет еще более удивительно. Более, да? Да, более удивительно будет. Что ты делаешь? Более эффективно, да. Ой-ой-ой. Это медведь? Михаил Юрьевич, медведь. Полез вниз. Ну все, полез. Полез, подлец. Полез. Полез, полез. Аккуратнее. Назад, раз. Нет, там далеко еще до назад. Но что ж ты опять вот на эту доску-то прыгаешь, а? Сейчас бы в подвал ушел. На тебе. Ладно, господа, на самом деле при определенной сноровке лазить по этим лестницам одно удовольствие. Вот так вот. Оп. Сейчас она. Нет, наполовинку. Ой-ой, место не битое по любасу. Чувствую просто. Чувствую, Миша. Чувствую я это. Ты смеешься, смейся. Смейся, придется мне плов съесть. Залежи серебряных рублей лежат. Может быть. Может и серебряных даже. Может быть. Вот такие вот, ребятки, дома здесь. Как мне кажется, ему уже вообще не осталось ничего. Да, вот все обвалилось. Все обвалилось, да. Шикарный вид, да? Лосем. А, защита наша сработала. Все, что у нас на скале есть, да?
Вот так, да. Вон, видишь, след. Да. А, ну да, подцепили к нему экскаватор на эту насадку. Да, скорее всего, и камни раскидали все. Мощные конкуренты. Да, ну это очень мощные конкуренты. Вот мои соседи тоже. Соседние вон тоже, смотрите, ребят. Там на лосе экскаваторная установка стоит. Большая, видишь? Кто-то купил бы билет, все копали, да, экскаваторушкой. А, просто постросили. А? Так работают. Смотри, я нашел вот этот бутылек. А, вон прикольный, да. Давай подъеду. Пошуртили мощно тут они. Мишка бутылек красивый нашел. Ну, что там написано? Смотрите, какой. Ну, какая-то вон, да, эмблема есть. Вот такой вот бутылечек. Да, кто-то здесь копает, так копает очень серьезно, ребят. Прям все сравнивает это самое. У меня такое ощущение, что кто-то, кто-то купил деревню, мне просто делают ровную площадку проще трактор, наверное. Ну, потому что, посмотри, если был дом, они занимались копом, то должен остаться мусор по краям. Его нет, его увезли. Бревна, все. Просто все защищает площадку. Дом сгнивает просто, и все. Ну, должна быть трава вырасти за это время. Это свежее что-то такое, понимаешь? Два года, и все. И здесь все травой зарастет. 2-3 года. А бревен я там нет, я не вижу. Типа возят. Чего, вон они раскинули, и камни вон лежат. Камни, да, камни оставили. Да, серьезно подходят. А ты много бревен видел на домовых ямах? Нет, ну это свежие. Домовая яма, она старая, там все сгнило, а здесь не было. А здесь что? Вон гнилой кусок, смотри. Закрывай. Поменьше, конечно. О, трон. В принципе, вся планировка всегда одинакова. Всегда одинакова. В принципе, сколько вот не видели, все одинаково было. Планировка. Какой можно налет? Да раз 50. Смотри, стол аккуратно. А, бля. Говорил, лестницу возьми. Нет, надо ноги сворачивать, да? Нет, просто. Чего? Ну обратно-то лучше бы, конечно, по лестнице. Давай, забирайся, я принесу. Вон на дверь наступит. Да. Потому что обратно это будет целая эпопея. Вот, ребят, тут станок какой-то был. Смотрите, все, крыша прохудилась уже вся.
прохудилась, провалилась практически. Вон был какой-то станок, что-то было. Такое сейчас. Позвоним, поищем, посмотрим, что. Смотри, кстати. Как собирается. Поехали дальше. Дождик что-то не кончается и льет еще бодрее, да? Да. Поэтому, ребят, у нас одни чердаки сегодня. По погодным условиям. О, ребят, смотрите. Бежит красавчик. Блин, ну я его увидел. Вон, видели лося? Вон он стоит. Вон, ребят, побежал. Где-то вот, тут. Вот выйдет сейчас, смотрите, сюда. Вон он. Вон он пошел. Сейчас сюда выйдет. Увидели лосика. Вот, ребят, наш лось-то. Побежал, засранец. Побежал, вон он, смотрите. Лось! Лось! Ладно, не будем гонять зверюгу, пусть бежит. А то он, может, познакомиться хотел, а мы напугали его. Ну вот, четвертый лось. Крайне пугаю с лосей. Да. Без мяса здесь точно не останется. То же самое, ребят. То же самое, приезжает вездеход. Смотри, ямки, и просто шурфят, посмотрите, просто снимают слой. Да. Да. Нормально ребята бомбят. Просто слой снимают и это самое. Воронка остается. Деревья корчуют, все. Не, ну а что, это все равно уже пропадет. Никому не надо будет. Молодцы. Молодцы, хорошо. Хорошо. Я бы с ними с удовольствием познакомился. Я даже знаю, где они находятся. Вот еще один, смотрите. Вот так вот подъехали, фух, сравняли просто все. Побегали, позвонили. Камушки лежат в угол. Камушки раскатали. Молодцы. Вот это подход. Подход серьезный, подход дорогой. Надеюсь, они его не только используют для копа. Ну тут сантиметров 20 не понимают именно того, что это самое. Одно расстраивает, что после них чердаков не будет. Ладно, ребята, на лосе, если вы на
вас увидите, то дайте знать, пообщаемся. Может, куда-нибудь съездить. Что, ребятки, вот такой вот дом. Ну, понятно, что ходили. Вот такой вот дом. Большой дом. Так фиг его знает откуда. Удобнее будет. Все, говорит, иди сам проваливайся там. Чердачина здоровенная, всякого хлама дофига. О, ребят, птица тут снесла яйцо. Пустое уже. Пока ничего, Мишань. Такой современный какой-то чердак. Ну, в плане, что старого практически ничего нету. Так, пока этот секс не начался. Ну вот, ребят, респираторную маску решил попробовать. Потому что пылище невозможно, начинаешь подложку копать. Это 3М-овская маска, кстати, сидит очень удобно. Не читать тем, что я купил в супермагазине стройматериалов. Что? Фотки большие. Ну вот, ребят, нашли фотографию, как этот дом выглядел до того, как разрушился. Вот он. Вот так вот выглядел. Вот его обитатели, семья, наверное, да, этого дома. Скоро этот дом уже совсем развалится. То есть от него практически ничего не осталось. Ну, вот так вот. Да, вот так вот. Ну а мы спускаемся, здесь ничего нету. Слушай, ну хорошо, мозг. Единственное, с клапаном, наверное, легче выдыхать, да? Да. Когда клапан есть. Да, он да. Просто выпускает и все. Вот смотрите, учительская газета. Скорее всего, кто-то был учителем в этой семье. Да, пособие по ведению уроков есть. То есть, да. Да, а какой год? А веку посмотрите. Да, вот нету как раз. Вот, а, 70-й год. 1970 год. Это надо запечатлеть для Инстаграма. Кстати, ребят, кто у нас не подписан на Инстаграм, подписывайтесь. Там действительно бывают интересные фотографии, которых нету в видео, которые можно увидеть именно там. Также там есть анонсы видео. Кадры можно будет увидеть в хорошем разрешении на нашем Инстаграме. И также множество других кадров, которые вы видео не увидите. Надо туда конфетку засунуть, и будет вкусно. Или натереть какую-нибудь мармеладку. Удобно, да? Мне кажется, подо мной, если она обломится, там будет насрать. Под левой она выехала или под правой.
А? Эх, здесь-то вообще крыша хорошая какая. А, блин. А, гадство. Ну что ж, ребят, у нас нету находок по этим домам. Что-то все. Видать, эти ребята на лосе, которые гоняют, они все уже проверили. И вот опять же видно. Да, виден масштаб копа. Копают серьезно. Вот так вот просто, то есть домовая яма впредь. Скрыта вся экскаватором. И все звонят просто. Ну что ж, ребят, вот такой здесь чердак. Единственный вход на чердак вот здесь вот. Дом очень старый, очень. Аж прям весь расваливается, рассыпается. И я думаю, что-то там есть наверху. Подбой еще сохранился весь. Сейчас мы посмотрим. Сейчас Мишень принесет металлик. Я залезу, гляну, что там может быть. Вдруг нам повезет. Но хотя здесь тоже ребята эти были. Забирались. Мы прям вот везде по их следам премся. Пока мы этого лося не видели, да? Вездехода имеем в виду. У нас что-то донаходилось все-таки. Как только лось этот попался. Все тут. Ну видели, как они копают, да? Просто домовую яму 20 сантиметров снимают. И все. Дальше роют. Слушай. Рация у тебя с собой? У ребят жесткий шур, да. Пока дождя нет, я тут по дорожке покажу. Давай. Так, свет у нас с собой. Да, чайка. Не, ребят, видели, где я залез, а? О, вон еще один дом. Видели, где я залез? Вот тут вот. Ух. Вообще страсти мордасти. Надо включить рацию. Рация включена. Ури, ури, ури. Одеваем масочку. Одеваем масочку. Масочку. Одеваем. Фу, ребята, какой низенький чердак-то. И веревки-то никакой нету. Прием, прием. Да, слушаю. Мне, Мишаня, хочется копать и копать здесь на чердаке, потому что как подумаю, что обратно слазить надо. Ну, удачи тебе там. О, кстати, этот молоточек мне поможет спуститься, ребят. Ох, ребят, сейчас будет целая эпопея со спуском. Возьмешь их? Да. Бери. Я-то думал мне лететь выше. А, все. Есть. О, ребята. Вот это я скалолаз. Мать его, сам боюсь. Сам себя боюсь, ребят. Фу. Скалолазер. Так, мотолок возьму. Вот что нашел. Мотолок. Так, ребятки, мы подумали, что если нас не покормить,
то мы вообще копать откажемся, даже безнадежные места. Вернее, самые надежные, в которых прям будет все-все-все находиться, мы тоже копать не будем. Поэтому мы сейчас будем кушать. Я буду гречку с языком, а Мишка борщ будет. Ура, борщ. Ура, борщ, да? Да. Пылюки наелся сегодня. О-хо-хо. Так, ребятки, мы пьем чаек. Покушали уже. Пьем чаек. Вон Мишка печенюшек взял со сгущеночкой. Вот. Пьем чаек и валим. Все, ребятки, поехали мы вот. Посмотрели этот дом, ничего тут нету, покушали и поедем в другую деревню, потому что в этой деревне нифига нету интересного. Да, здесь основательно кто-то побыл у нас. Да, на вездеходе лось. Да, может и без лося, но... С экскаваторной установкой, елки-палки. Да, основательно. Повскрывал фундаменты все, дымовые ямы. Ребята просто шурфят, не парятся, полметра для них не глубина. Располагает. Давай быстренько зайдем, посмотрим. Правильно, ребят, а то Мишка ленится, говорит, нафиг. Деревенищ. Я такого не говорил. Деревенищу, говорит, много. Что мы тут не видели? Не-не-не. Все, двор упал уже. Двор уже упал, но здесь хоть стекла есть в окнах еще, шторки какие-то. Двор упал весь. Двор упал, а здесь еще. Здесь, ну вот полы, полов нет. Слушай, куда интересно, они забирали полы? Полы на доски идут. Надо тебе доски, раз. И какой интересный потолок здесь был. А? Интересный дизайнерский потолок здесь был. Ага, с почтовых ящиков? Да. Ребят, да, картоночки с почтовых ящиков наколочены. Ребят, вот меня вопрос мучает, да? Как в деревнях убеждали людей, что секса нет? Если вот в таком доме жило 8-10 человек. Куда, простите, прятались для того, чтобы попыхтеть-то? А? О, какая мадам на стене. Пуговки всякие. Пуговки, 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 пуговки. О, Миша, я очко нашел. Сохрани его. Смейся, смейся, я сейчас найду как монету золотую. За... А то, как залазить на чердак-то? Вот это вот вопрос. Вопрос вопросов, да? Не попадем? Может, на чердак заход был с этой стороны? А может не с этой, может вот здесь. Зараза. Да, ребят, чердака здесь нет. Так, да? Да, зажало. Зажало, ребят, вход. Пойдемте посмотрим тут, что тут есть. Так, надо. Так, заходим. Гостеприимно распахнутые двери. И ты войдешь в эти распахнутые двери. А ты опять сегодня. О, фу. Мамочки! Папочки! О, Росон! Модель C2116. Ёлы-палы! Миша, ты где? Где, на дне? Головой попробуй. Попробуй-ка головой, друг мой. Головой-то оно должно пойти. Нет? Она, наверное, на улицу идет. Ага. Вот здесь уже можно было детей согнать всех в эту комнату, закрыть. Мне скажи, зачем постоянно обваливаются печки вот так вот? От сырости. Думаешь?
Мне кажется, что-то достают металлические шибер или еще что-то. А, да, скорее всего, шибера достают. Да, шибера выдергивают, да, а она разваливается. Да. Да? Да. Там заслонка вот эта вот, с крышкой. Не-не-не-не. Не было углов в этом доме. Не, безугловой, да. Круглая хата. Смотри, двор еще не совсем обрушился. Вон. Тоже двор здоровый был. Ну, для того, чтобы выжить, нужна была скотина. Знаешь, зачем это нужна штука? Он конторский. Зачем? Вот, это титька коровья. Да. Сюда надевалась. Снаружи вакуум ее. Тум-тум-тум, тум-тум-тум. А здесь молоко. По этой штуке это от подойника. Снаружи вакуум? Вот, нет, здесь железный стакан надевался сюда вот так вот. Вот, внутри к стакану подводился вакуум пульсирующий. Он делал такие движения. А это соединялось с вакуумным тоже молокопроводом. А, и тут сосок этот затягивался. Да, здесь стоит пульсатор. Стоит такой между этими штуками пульсаторов. Идут шланги к стаканам. Они вот так сокращаются. Как помню, Викторович для одной коровы купил, да? Да, был такой у него. Фетиш, да? Да. Чего это я руками буду? Ну-ка сейчас настроим механизированную он, дойку. Он доил, а потом пришел к выводу, что руками дает купили. Такой банк. О-хо-хо, да, ребят. Смотрите, какая банка была. Кинг-сайз. Консерв, наверное, какие-нибудь сардины большие, огромные. Баклажан целиком туда залазил. Да. Нет, к сожалению, ничего не написано. Кто такие банки видел, пишите в комментариях, что это такое. А что в них такое было? Потому что мы такого не знаем. Вон, ребят, ферма была, видите, раньше. Сколько кирпича извели. Кирпичный дом стоит. Погоди, это не ферма, это дом был. Дом был, да. Просто? А, и вон сзади этот двор, сзади, да? Сзади двор. Давай подъедем, посмотрим. Ну, это уже такое, современка. Ну, понятно, современка. Давай, я поедем. Просто посмотреть имею в виду. Ты, видимо, знаешь, была... Конец советской власти была программа по улучшению условий жизни на селе. Построили, строили дома. Лично не хотят жить, нигде не хотят жить. А вон выпнула, видишь, тоже свежая. Ну такая была печаль. Пошли, ребят, глянем, что тут было интересного. Что ты, заходи. Не ссы. Что? Каркасные щитовые дома. Весь потырили отсюда, скрыли. Вынесли, видишь? Вот, ребят, такая вот была изба уже современная. Смотрите, сколько комнат, куча. Раз, два, три. И там был такой же. А где туалет, интересно, здесь? Такая же дырка была. Я не знаю, я, честно говоря, не уверен в надежности этих полов. Я уверен, иди. Потому как вата лежит, она сырая. Смотри, доска какая, да, тоненькая уже была. Видишь, клали, смотри. Да вижу, конечно, что. Уже современная. Такие тоненькие, уже лаги такие, все уже современная стройка. Раньше, блин, хоп, 60-ку доску зафигарили. Да какой 160, ствол бревна, сантиметров 100. Ну, чтоб лет нас-то хватило. Смотри, они из ДСП строили все. ДСП приколочено. Нет. Холодные дома были. А что там всего 10 сантиметров? Да. Вот тебе и современно. А, еще слой кирпича снаружи. Смысл, да? Силикатного. Ха-ха. Кстати, Мишань. Он холодный кирпич, силикатный. Он вредный. А, еще и вредный там. Он химически вредный для жилья. Силикат это минус 10 лет. Все, поехали. Мне не нравятся такие строения. Посмотри, все из какой-то говна. Простите, построено. Тут даже кирпич никто брать не хочет. Не умели строить, не умели. Представляете, что это за чердак, туда страшно подняться. Низенький. Ну что такое? Ну тут 100 лет дом стоит, и еще туда можно 2 раза залезть. А ты эти что за чердаки? Бардак, бардак, ребят, не умеют строить сейчас. Строят как машины. Раньше машины делали на весь срок службы, а теперь машину делают на 5 лет. Возьмите 20-летнюю Тойоту и современный какой-нибудь автомобиль.
Это как лампочки накаливания. Раньше лампочка накаливания, до сих пор есть лампочка накаливания, которая горит уже 100 с чем-то лет в Америке, горит в пожарной части. Да, есть такая лампа. Вот. И картель производителей лампочек договорился, что кто, короче, делает лампочку, которая горит более, чего там, 1000 часов или 10 000 часов, все, тому, короче, тот, короче, платит огромный штраф, либо он больше не в картеле, его съедят. Вот так вот. И поэтому мы сейчас имеем лампочки, которые не горят. Вернее, их надо постоянно менять. Ну, я имею в виду про лампы накаливания речь, не про энергосберегаемые. Про энергосберегаемые там тоже что-нибудь придумали. Не будут они гореть вечно. Кто тогда будет покупать лампочки? Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.